21 января в Нижнекамск прибудет целая плеяда звезд российской эстрады, которые будут исполнять стихи и песни Владимира Высоцкого. Каждый, кто выйдет на сцену, вырос на произведениях этого знаменитого человека, а значит, так или иначе, пронес через себя посыл его строк. Вот кто в этот раз будет продолжать дело Владимира Высоцкого. Оркестр «Глобалис» перед нижнекамцами выступит уже не в первый раз, и он уже полюбился зрителю своим мастерством. В прошлом году актер театра и кино Дмитрий Дюжев поразил зрителей своим лирическим выступлением, а в этот раз он приедет со своим партнером по сериалу «Бригада» Павлом Майковым. А Владимир Семенович это навеки. В город приедет и лидер группы «Серьга» Сергей Галанин. В нашем городе он будет впервые. Хотя музыкант уже выступал в проекте «Своя колея», в этот раз знаменитый исполнитель будет исполнять не рок, а споет песни знаменитого барда. Один со мной, а имена тех, кто здесь лег, снега таят среди нехоженных дорог. На сцене также выступит одна из основательниц группы «Ночные снайперы» Светлана Сурганова, а также лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин. На нижнекамскую сцену выйдет и российская актриса Анастасия Макеева, а также участник проекта «Голос» Дмитрий Сороченков. В общем, это люди, которые еще в нашем проекте, в нашем городе являлись. Я думаю, что это будет интересно. Удивительный ли? Но мы не будем ставить перед собой вот такой задачи. Сегодня мы удивим нижнекамцев. Мы будем удивляться вместе с вами. Кстати, медиахолдинг НТР дает возможность попасть на концерт «Своя колея» совершенно бесплатно. Для этого нужно выполнить ряд требований. Наши коллеги с сайта ntr-24.ru решили разыграть целых 2 билета на концерт «Своя колея» в Нижнекамске. Условия, как мне кажется, очень просты. Нужно ежедневно заходить на сайт ntr-24.ru, искать в любой из новостей фразу «Лови билет на концерт «Своя колея» и после этого звонить на номер 987-001-1075. Дозвонитесь первым, тогда билет, разумеется, получите вы. Напомню, что концерт в честь Владимира Высоцкого «Своя колея» пройдет в Нижнекамске 21 января в 17 часов в Доме народного творчества. В кассах уже можно приобрести билеты.